Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Я вам хочу показать, у меня распустился уже давно прекрасный такой Сога Лоуренс с изумительными цветочками. Цветочки восковые у него. Единственное, что не слышу пока аромат. Первый мой Сога Лоуренс, он был ароматный. Вот такая красота цветет, цветет давно. Посмотрите, какой насастенький и очень-очень симпатичный. Этот гибрид. Я немножко и повернула. У него сейчас у фаленопсиса раз, два, три, четыре. Пятый бутончик, четыре цветочка цветет и пятый бутончик. Его я получила в октябре. Это вот мой второй Сога Лоуренс. В октябре, и вот он растил цветонос, и зацвел он, ой, сейчас скажу, февраль. Ну, где-то в середине, наверное, января, вот он уже зацвел. Вот такая красота зимой. Посмотрите, какой красивый цвет. Брала я его в группе Happy Orchid, а сейчас это в размере 2,5. А сейчас я видела в альбоме в размере 3. Представляете, какой придет большой шикарный цветок, и, соответственно, цветов будет больше. Этот фаленопсис выпустил один цветонос, и вот на нем столько вот цветочков раскрылось. Такой красивый, очень красивый цвет. Ну вот первый свой, я помню, что он пах. Была весна. Здесь вот я не слышу аромат. Это гибрид. Регистрирован он в 2002 году. То есть, в принципе, такой он молодой, можно сказать. И путем скрещивания был получен. Я могу неправильно называть название фаленопсисов. В родителях у него фаленопсис амбробенис, фаленопсис виноза, фаленопсис амабилис, фаленопсис афродита, виолация, шиллериана, синдериана, эквестрис и стюартиана. И там еще много-много-много других фаленопсисов, которые участвовали вот в скрещивании и получении данного гибрида. Посмотрите, ну реально красивый. Если кому интересно, просто раньше не было, был один только размер 2,5. А сейчас вот есть возможность заказать уже побольше. Я думаю, что он подарит и цветочков побольше. Очень красивая орхидейка. Это вот то, что цветет у меня. Сейчас еще покажу. Здесь немножко неудобно показывать. Это цветонос. Помните, у меня буквально цвел недавно. Яфон парфюм кофе. Он отцвел, было два цветоноса. Я их срезала, вот у него остатки. Вот раз, вот два там торчит. Я их срезала, и вы знаете, буквально прям быстро-быстро он мне растит новый цветонос. То есть орхидея, видимо, поняла, что я очень была довольна ее мыльным ароматом. И такая думает, дай-ка я ей еще тут поцвету. Ну вот видите, такая благодарная. Буду ее опять нюхать запах хозяйственного мыла. Это тоже гибрид, фаленопсис гибрид. Причем он вообще очень новый. Ой, здесь у меня другая. В 2010 году его зарегистрировали. В родителях у него Цу Чао Бао фаленопсис и Тянг Син Кюпид. Я могу тоже неправильно называть. Ну, вот все, что нашла в Википедии. Так что вот такой тоже гибрид. Очень интересный, но с удивительным таким мыльным хозяйственным ароматом. И решил мне еще тут повонять мыльцем на подоконнике. Ну и сейчас гвоздь моего видео. Видео будет такое короткое, в общем-то. Ну давайте я покажу, что продолжает цвести. Хотя я вам их недавно показывала. Сога Лоуренс. Тоже есть в группе Happy Orchid в двух размерах. Это был 2,5. Но вот представляете, сколько он цветет. Он доращивает. Вот дорастил. Вот новый бутон. Ароматный, цвет шикарный, просто вот камера, сколько раз я пыталась ее фотографировать, она его не передает, но просто бесподобный красавчик. Биг Бэнг цветет, когда он зацвел у меня, в декабре или в ноябре? Вот, пожалуйста, все цветет. Моя Филадельфия, мотылечки цветут, и на выставке побывала, и домой вернулась, и все цветет, цветет и цветет. И прекрасная шиллериана. Цветет, пахнет. Цветет она уже месяц. Это уже для такой орхидейки, для первого раза, я считаю, что это очень шикарное цветение. И такое оно долгое.
вот такие вот красивущие листы. И все, вот у меня здесь такое вот рыженькое, светленькое, пестренькое. В общем, полная колода, остался один, тоже гибридная орхидейка. Так, ой, сейчас я вам еще кое-что покажу. Ну, желток я вам показывала. Вот это вот камбрия, которая моя самая первая камбрия, покупная. Потому что первая у меня вот Масая Ред. Она вот шикарно растит вот это, вот эту вот бульбочку с ростом. Но цветения пока нет. А вот эту я купила в Оби. Я вам ее показывала, как она у меня цветет. Это ее вот ветка. Она уже вся осыпалась. Цветочки сбросила. И вот посмотрите, я нашла у нее еще цветонос. То есть у меня еще будет цвести вот эта вот шикарная без названия камбрия. Ну, мне там писали, как она примерно может называться. Ну, вот еще у меня есть цветонос. Так что я еще получу цветение от камбрии. Это вот Теже, неправильно я говорю, Будда Теже. Вот он стоит. Я его пересадила, снимать я уже не стала. Вот, у него тут вот пимпочка нового листа. Он был у меня с цветоносом, и поэтому вот уже все прикрепила. И теперь с нетерпением жду, когда распустится Будда Теже. Ну и гвоздь моего сегодняшнего видео из моего недавнего заказа, который я привезла домой в январе с группы Happy Orchid. Вот что у меня распустилось. Ну, вы помните, что были два бутона. Пересаживать я ее не стала. Мне было принципиально важно, чтобы она у меня зацвела, потому что очень хотелось увидеть этот цветок. И, ребята, она цветет. Так, сегодня суббота. Ну, в общем-то, да, неделю, потому что вот именно в ту субботу она уже потихоньку-потихоньку начала раскрывать свои огромные бутончики. И очень быстро проходит вот этот процесс раскрытия бутонов. Я единственное ждала, вот, чтобы она до субботы достояла, и чтобы я смогла ее снять, потому что это просто какое-то волшебство. Бросал Лейла Котлея, Памела Финей. Я взяла линейку. Наверняка кто-то будет спрашивать размер цветочков. Ну вот если брать от края до края, вот этой вот. Вот так. Ну где-то 15, если их вот так разложить. Сейчас пока 14. И губа давайте померим. Так. Если вот так, то 7. 6,5-7. В общем, шикарная, огромная, потому что... Ой, цвет такой красивый, я не могу вам передать. Как я сказала, я ее не пересаживала, я ее не трогала. Пусть она процветет. Аромат появился у нее, значит, если она начала уже конкретно в воскресенье, в субботу распускаться, в воскресенье уже было все распущено, неделя, и аромат утром появился в среду. То есть буквально на третий день появился у нее очень вкусный, очень приятный, просто вот обалденный аромат. Пахнет она утром. Меня прервали. Аромат насыщенный, очень приятный. Вот мне почему-то идет такой, знаете, как вот, ну, ночные фиалки вот пахнут, не знаю. Муж сказал, что такой цветочно-древесный, но реально очень вкусно пахнет. Просто вот, ну, такая красотища. Вот таких два огромных у нее цветка. И вот здесь вот у нее тоже был чехол. И у меня такое впечатление, что вот он подрос. Может быть, здесь тоже будет у нее цветение. Она стоит у меня политая. И просто я балдею. И вот когда все здесь произойдет, если зацветет тот другой чехольчик, только потом я ее пересажу. Для нее уже куплен горшок. Вот будет она у меня жить в глиняном горшке терракотовом. Я вам покажу. И вот такая красота. Боже, это такая красота. Все-таки размер имеет значение. Вот такая прелесть. Даже, ну, не знаю, зачем руку ставить. Вы, наверное, поняли, что это очень большие цветочки. Ну, это так как пришла с бутонами, да, вот хотелось бы, конечно, в каждом цветении своих котлей получать тоже такие вот цветы. Попробуем зацвести ее уже в домашнем цветении потом. Ну, вот такая прелесть у меня цветет. Так что это вот гвоздь моей съемки. Вот, посмотрите, они у меня на ладони лежат. Вот так видно. Вот я ее взяла в ладонь.
Ароматная красавица, ароматный цвет она набирала. Тоже сначала было побледнее такое все лепесточки, потом стало все немножко поярче. То есть нежно-нежно-сиреневые лепестки, вот здесь такие вот на краях два штришка на этом и на этом. И вот такая бесподобная губа, просто бесподобная, с такими переходами, похромчатая. Ну это что-то, конечно, это что-то. Шикарный цветок. Помело Финей. Так что, если кому-то интересно, опять же в альбоме, все альбом будет с котлеями. Смотрите, заказывайте. Вот такая красота. Показала вам принцессу на своем подоконнике. И девочки и мальчики. Ну, мы с вами люди взрослые. И вроде как, да, вот наше увлечение такое, вот оно осознанное. Но я вам оставлю ссылку на канал одного молодого человека. Я не знаю ему сколько лет. Зовут его Матвей Орлов. Ссылку на его канал я оставлю внизу. Вы знаете, он меня просто поразил. Я не думала, что в таком юном возрасте ребята могут увлекаться орхидеями. Обязательно зайдите на его канал, поддержите мальчишку. Для меня это был просто культурный шок. Ладно бы девочки там, да? Это мальчики. И он с такой страстью рассказывает про свои орхидеи. Это, конечно, что-то. Ссылка будет внизу на его канал. Поддержите парня, подпишитесь. Он просто молодец. Я так думаю, что он будет каким-нибудь очень знаменитым ботаником. Так что вот такое видео. И еще я оставлю ссылку на канал Orchid Sui. Тоже девочки снимают теплицы, шикарнейшая теплица с растениями. У них есть и интернет-магазин. Они на Украине или в Украине, как правильно говорить. Вот, ссылка будет внизу. Очень много полезной информации. Просто вот кладезь полезной информации по любым растениям. Смотрите вниз, я в описании все поставлю. Подписывайтесь к ним на канал обязательно. И черпайте оттуда знания про какие-то орхидеи, будете узнавать много нового, потому что есть такие названия, что вот, например, я многих-то и не знала. И как они легко с ними справляются, и подручные материалы. В общем, все-все-все, очень достойный канал, я вам рекомендую. Вот, и подписывайтесь, я думаю, что вы не пожалеете. Ну, а мальчика поддержать в любом случае нам нужно. Мы люди взрослые, и должны поддерживать друг друга. Всем пока и до встречи на моем канале.